Комфортная жизнь – это то, к чему все мы стремимся. А что нужно для комфортной жизни современного человека? Уютная квартира, место для занятий спортом и прогулок, детская площадка, безопасная парковка. А еще свежий воздух, много зелени, доступность инфраструктуры. Все это есть в микрорайоне Дыхание на улице Летчика Позднякова. Чтобы отдохнуть от суеты городских улиц, жителям этого краснодарского райского уголка не обязательно выезжать за город. Для благоустройства внутренней территории микрорайона Дыхание разработан индивидуальный ландшафтный дизайн-проект. Отдохнуть после тяжелого дня жители могут на свежем воздухе в обустроенных зонах отдыха. А современные детские площадки помогут вашим детям правильно развиваться и проводить время активно и с пользой. В большинстве домов здесь установлены вот такие вот IP-домофоны с видеокамерой. Плюс их в том, что картинка может передаваться прямо на ваше устройство, на ваш гаджет. А также можно не пользоваться домофонным ключом и подключить распознавание лица. Зайдем внутрь. Для родителей это дополнительное удобство. Детские учреждения в двух шагах от дома – залог безопасности и спокойствия. Ребенку не нужно будет пересекать оживленные улицы, тратить драгоценное время на путь до школы и подвергаться риску. Да и взрослым есть где разгуляться. Велосипедная дорожка, футбольные и баскетбольные поля, зона для выгула собак и даже зона для йоги. Все это есть здесь, в одном микрорайоне. Для всех жителей микрорайона в любое время открыты два теннисных корта, на которых можно почувствовать себя участником большого шлема. Скажите, вы давно живете в этом микрорайоне? Ну, с 2019-го, как сдали. Что нравится? Почему решили здесь выбрать жилье? Ну, мы больше выбирали из-за того, что школа, детский садик – это самое главное. Планировка очень хорошая. Я хотела на две стороны квартиру, у нас евро, трехкомнатная. Как раз. Ну, как бы все понравилось. И то, что тихо, спокойно. Очень нравится, мы пенсионеры, приехали. Я в Темрюке до этого жил. Бабушка сказала, хочу в город. Приехали и не жалеем. Буквально вчера вечером случилось что-то там с лифтом, да? Тут же вызвали, и прекрасно. Тут же отремонтировали, ребят. Спокойно, мы можем поехать тут, вот рядом выезд сразу. Мы на море ездим. У нас и для собаки погулять есть. Но почему вы выбрали именно это место для жизни? Мне нравится, что тут тишина, спокойно, что все свои. Мы уже тут все познакомились, соседи. Площадочки детские хорошие, удобные. Мне, допустим, очень хорошо, как пенсионерке. Спокойно, тихо, правда? С детьми. На работу не надо ездить. А по какому принципу решили здесь квартиру купить? Ну, в общем, дети взяли ипотеку на себя. И, ну, по финансовым. И что здесь все-таки свежо. Вот одним словом я скажу, вот, что здесь дышится хорошо. Отапливает микрорайон Дыхание собственная котельная. А это значит, что тепло и уютно в квартирах жильцов будет в любое время года. Поселившись в микрорайоне Дыхание, вы получаете возможность ежедневно наслаждаться свежим воздухом без пыли и шума, ведь он расположен в экологически чистом районе вдалеке от оживленных магистралей. Но вместе с этим у вас есть возможность быстро добраться в центр города на автобусе. В самом сердце микрорайона находится Яблоневая аллея. Саженцы здесь высадили пару лет назад, но они уже достаточно хорошо подросли. Мы вам рассказали многое и показали многое о самом микрорайоне, но лучше всего о нем расскажут сами жители. Итак, ЖК «Дыхание» – это… Бесподобно. Красивое дыхание. Комфортно. Мне нравится. Тишина. Дыхание есть дыхание. Зашибись.